Добрый день, дорогие друзья! Наш разговор сегодня с вами будет о демографии, а точнее о кафедре демографии, которой в этом году исполняется 5 лет. За это время наша кафедра подготовила два направления, две магистерские программы. Первая – это социальная демография в рамках социологии. И вторая программа – это управление демографическими процессами на отделении менеджмент. А вот я хотел бы остановить сегодня свое внимание на новой нашей программе, которая называется «Управление демографическими процессами». В 2021 году у нас состоялся первый прием на эту программу. Программа представляет из себя, вообще должен сказать, что сама по себе это очень уникальная учебная программа. Уникальность ее заключается в том, что она затрагивает, во-первых, она единственная в нашей стране, где вот именно называется управление демографическими процессами. Это одна особенность этой программы. Второе – это актуальность названия программы. Действительно, можно ли управлять вообще демографическими процессами? Можно ли управлять, например, рождаемостью? Можно ли управлять смертностью и другими демографическими процессами? Это не праздный вопрос. От решения этих вопросов, правильного решения этих вопросов, зависит, по сути дела, будущее нашей страны. Будущее нашего населения, нашего народа. Именно демография изучает воспроизводство населения. Население многие науки изучают, но вот воспроизводство населения это изучает только демография. И в связи с этим, собственно говоря, и появляется вот эта программа, которая была задумана как управление демографическими процессами. В этой программе участвуют лучшие, в общем-то, специалисты в этой области. Такие, как профессор Воробьева Ольга Дмитриевна, профессор Идиев Далхат Мурадинович, Юлия Анатольевна Узкая и многие другие. Преподаванию по этой программе мы привлекаем лучших специалистов для рассказа о своих достижениях в этой области в рамках нашего научного семинара. Есть такая форма, когда раз в неделю проходит одна пара, куда приглашаются лучшие как практики, так и ученые по демографии. И не только по демографии, бывают и смежные вопросы. И рассказывают нашим студентам, магистрам о тех животрепещущих темах, связанных с развитием нашего государства, нашей страны. И вот программа эта, она слагается, ну, во-первых, это магистерская программа, это 2 года обучения. Она слагается из нескольких блоков, где раскрывается и сама теория управления, раскрывается и теория управления демографическими процессами. И в программу входят, я назову несколько таких базовых курсов. Ну, во-первых, базовый курс введения в демографию, потому что прежде чем говорить, собственно говоря, об управлении демографическими процессами, надо понять, а что такое вообще-то демография. Какие процессы мы можем назвать демографическими. И лишь уже после этого можно говорить об управлении этими процессами. Помимо названных курсов, я еще хотел обозначить очень интересный курс, который мы включили в эту программу «История управленческой мысли в демографии». Здесь раз в этом курсе рассматриваются вопросы, как, собственно говоря, истории самой управленческой мысли,
начиная чуть ли не с ученых, мыслителей, еще которые жили до нашей эры, время сильно изменилось. Мы живем сейчас в совершенно другое время. Я бы даже сказал, уникальное время мы живем. Уникальность этого времени в том, что в мире происходят колоссальные технологические изменения, которые влияют на все стороны нашей жизни. В том числе и на наше образование, в том числе и на изучение наших учебных дисциплин. И в этом смысле вот этот курс «История управленческой мысли», он, конечно, очень значимым, потому что, зная историю, мы лучше понимаем настоящее. А зная настоящее, мы можем говорить о будущем. Что касается будущего. В этой программе есть и отдельный курс, например, посвященный демографическому прогнозированию. Это очень важное направление демографической науки, в том числе и этого курса. Потому что, пытаясь заглянуть далеко вперед, мы что делаем? Мы проводим научное прогнозирование. Мы проводим с помощью определенных методов, пытаемся заглянуть в это будущее. И вот сейчас, заглядывая в это будущее, мы видим, что перед нынешним населением, как население мира, так и его отдельных стран, появились огромные риски. Риски, связанные вот как раз с этими самыми новыми технологиями. Насколько человек сумеет управлять этими рисками, во многом зависит и будущее нашего человечества, будущее наших отдельных государств и наших народов. Завершая нашу встречу с вами, я хотел бы пригласить вас принять участие в учебе по нашим программам. Я должен сказать, что занимаясь демографией, вы фактически будете заниматься историей существования и его будущего, поскольку, как сказал известный французский демограф Ландри, вся история человечества – это история демографии. А история демографии предполагает свой вклад в настоящее. А настоящее, понимание настоящего, позволяет нам заглянуть в далекое будущее. Всего вам доброго и до встречи!